Выпускники школ заблаговременно готовятся к сдаче ЕГЭ, занимаясь дополнительно у репетиторов. Но не у всех есть такая возможность. «Волонтеры знаний» – так будет называться проект по подготовке детей из малообеспеченных семей к сдаче единого государственного экзамена в Дагестане. Его авторы, полуфиналисты Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», провели встречи с коллективами вузов ДГПУ и ДГИ и разъяснили основные принципы своей многообещающей идеи. Выслушал их и мой коллега Абдулла Алиев. Уравнять шансы получить высшее образование детей из разных социальных сословий взяли на себя полуфиналисты конкурса управленцев «Лидеры России». В рамках их проекта «Волонтеры знаний» школьников из малообеспеченных семей совершенно бесплатно подготовят к ЕГЭ профессиональные педагоги, а также студенты-старшекурсники со всей республики. Проект обещает быть долгосрочным, как отметил один из его авторов Тамерлан Буганов. Есть такой проект, который называется «Сердце лидера». Реализация этого проекта является обязательным условием для выхода в финал. Суть этого проекта, он должен быть социальным, он должен быть долгосрочным, он не должен быть каким-то разовым. В работе проекта будут участвовать сотрудники фонда «Инсан», которые предоставят списки малоимущих семей по республике, а также возьмут на себя часть финансовых расходов. Кроме того, к реализации проекта будут привлечены как региональные волонтерские организации, так и федеральные. И я думаю, ребята, которые участвуют в полуфинале и участвуют в конкурсе «Лидеры России», они находятся на правильном пути. И, соответственно, сегодня Дагестанский государственный педагогический университет, который является действительно серьезной площадкой, который готовит непосредственно учителей, и они первыми услышали об этом проекте, и они первыми подхватили эту идею для того, чтобы его, естественно, реализовать. Волонтеры знаний – очень интересный проект, нужный на сегодняшний день, просто необходимый. И мы, работники как высшей школы, так и, думаю, средних специальных учебных заведений, муниципальных образовательных организаций, все должны откликнуться на этот проект и проявить добрую волю, поддержать. Проект должен быть полностью завершен до 21 февраля. Его главная задача – решить одну из актуальных социальных проблем и помочь обществу. Всего в полуфинал конкурса «Лидеры России» от Дагестана пробилось около 60 человек. В общем, от СКФО отберутся 13 финалистов. Абдулла Алиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.